Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ну как ты видел, меня сбросили до Лиги Сёгунов. 3 звезды, ранг 78. То есть ты понимаешь, что к понедельнику мы с тобой не успеем никак получить топчик. Ну просто нереально, ребята. А все из-за работы, да, у меня получилось так, что сменки выпали рабочие, и после них я не мог играть, ребят. Я очень дико уставал, на самом деле. Поэтому уж не извините. Да и, честно говоря, немножко все равно на расслабоне. Хотя платиновые осколки — это, как говорится, сейчас для меня самая основа. Я же заикаться уже стал. Почему? Потому что нам, помимо осколков, больше, в принципе, ничего и не нужно. Ну, не считая, конечно, элементов для прокачки скиллов. И все. Так, что-то мне все это не нравится. Сейчас Рафаэль еще захиляет, наверное, свою команду, да? Будет такое дело? Или не успеет? Ну, давай так, волной огненной. Все, прекрасно. Одолели мы наших противников, но это далось нам что-то очень долго, кстати. Поединок был долговатым. 68 место. Ну, давай возьмем эту команду. Плюс ко всему я возьму, наверное, Рафаэля и Карайку. Вот они вдвоем здесь будут. Раз, два, три. Поехали. А завтра постараемся, ребята, буст. Завтра у меня выходной, и попробуем успеть на него. Точнее, я должен на него проснуться. Получится или нет, я сомневаюсь. Если я сегодня опять просижу полночи, то проснусь часиков, наверное, 5. Это в лучшем случае. Так всегда. Да с этими сменами, ребята, то с утра, то в ночь, блин, все себе спутал. Весь график сбил. Да, ничего не поделаешь с этим. Ну что, давай тогда продвигаться дальше, смотреть, на какое место мы попадаем. Давай полтинник мне. 57-е. Ну ладно, 57-й тоже сгодится. Так, возьму Донателло. Раз, два. Подожди, а что это я раз, два? Раз, и хорош, Донателло и Змейка Вьюн. А то уже там разогнался, 70-ников. Брать на какой-то не очень сильный поединок. Ну что, хламоны, давай посмотрим. Блин, Хан первым сходил. Вообще найс. Так, ну Змейка Вьюн пробил. Так, а Слэш делает прыжок свой, да? Кейсит, хорошо, что он выжил, ребята. 56-й ранг, но он 62-го. Все равно, ребята, мне кажется, немножко несправедливо получается. Он своей атакой мог заварить моего Кейси своим вот этим прыжком. Он оставил ему совсем чуть-чуть здоровья. Так что надо быть предельно аккуратным. Так, берем Макмана. Так, подожди, а Макман один-то... Давай возьмем Паукса, на всякий случай. Перестраховка будет. Раз, два, три. Вот. Вдруг... как-нибудь да получится. А если бы, например, я проснулся в часиков, в час дня хотя бы, я бы мог бы, ребята, еще сыграть пару раундов, но мне кажется, все равно я бы не мог бы попасть в Лигу Мастеров 3 звезды. Не получится. Потому что посмотри, как долго у нас идет продвижение. По 10 ступенек. Откатов у меня всего лишь 35 штук. Ну, куда ты с ними пойдешь? Да никуда. На барахолку, если только. Раз, два, три, четыре. И больше некуда. Ну что, стоят, стоят, ждут. Ну-ка, Лео, сможешь покрошить их? Блин. Ну, я, если честно, рассчитывал немножко на другой эффект. Так, морозилочка меня выжила, и слава богу. Ну-ка, веером. Есть. А здесь давай-ка с базуки. Красавчик. Смог все-таки одолеть. Не подвел папочку. Молодец. Хвалю. Так, ну что, 27-я, да? Так, точно. 27-я, потом 17-я, потом 7-я. О, сколько там еще поединков надо будет делать. Ну что, берем Бакстер. Хотя Бакстер один. Давай на всякий случай возьму ему в помощь Джастина. Может быть, получится. Ребят, не обращайте внимания на мой голос. До сих пор еще болею. Не выздоровел нифига. Так что, такой получается грубый, хриплый голосок. На тебе.
Да чтоб тебя. Но, тем не менее, победили. Причем вообще, они даже не успели, по-моему, сходить. Так, и должна быть 17-я, по идее, позиция. Так точно. 16-22 берем. Берем Рафаэля. И возьмем Микеланджело. Раз, два, три. Я думаю, что их двоих будет за глаза. Так, во-первых, делаем сразу уклоняху. Худо-бедно, да, вдруг поможет все-таки. И сразу же берем провокацию. В принципе, это основа основ. Попробуем понизить атаку им, если попадем. Ну, двоим понизили, это уже хорошо. Зря ты это делаешь, парень. На-ка. Хилер, да? Хиляет. Этот уходит, как всегда, в невидимость. Кабан решил все-таки шмальнуть. Ага. Тюн-тюн-тюн. Ты бы лучше бы чемпи хватал бы, а не кривлялся бы там. Это смешной был урон, на самом деле, сейчас. Так, зато смотри, как мы быстро с тобой завалили этого. Дай-ка я, наверное, Донни ушатаю, попробую. А если вот так вот? Бинго. Так, теперь бы Лео. Кабана. Ну, ой-ой-ой, массовая атака, друзья. Ну все, кабану крышка. И остается у нас вот этот супостат. Тараканы побежали. Тараканы, ребята, побежали здесь. Ну, а что хотел? Это же канализация, там тараканы на постоянку бегают. Клопы, кто там еще у нас там? Блохи. Так, ну, ребят, шестая позиция. Значит, сейчас мы точно перейдем на следующий ранг. Я думаю, что армагончика здесь будет за глаза и за уши хватать для этого поединка. Для победоносного, ребят, естественно, поединка. А не просто так. Блин, что-то мне аж вообще говорить тяжело. Сейчас я как сейчас валунчиком-то, а? Приголублю этих ребятулек. Нате. Все. На один удар их и хватило буквально. И также у нас Супер Шреддер вместе с Кремлем. И, конечно же, с Маузерами. Ну, а мы переходим с вами, наконец-то, в Лигу Мастеров. Одна звезда. Ну, это жесть, конечно, ребят. Это, конечно же, жесть. Столько драться и только сейчас перейти. Раз, два, три, четыре. Ну, я думаю, здесь достаточно будет удара Маузеров. Они какой там ранг имеют? 68-й. Да, конечно, хватит. У нас, тем более, не забывает до 7-й ступени. Это максимальная прокачка в скиллах. Он жахать будет, будь здоров. Мне даже кажется, что он 71-72 уровни тоже будет ложить на ура. Я не проверял, правда, но мне кажется, что да. Так, 96-я становится 87-я, да? 9 ступенек всего лишь прошли. Ни больше, ни меньше. Так, возьмем Супер Шреддера. Саги, подожди. Раз, два, три, четыре. Ну, Супер Шреддер, как всегда, у нас со своими острыми копьями выползает. Отлично, тоже хорошо. А он, кстати, у нас не до 7-го скилла у нас прокачан. Вот эти вот шипы у него. Я вот не помню. Так, 78. Значит, берем вот эту вот группу. Раз. Так, Ваньку. Ваньку одного, ребята, не надо отправлять. Хотя 68-й, 66-й. Давай вот так вот сделаем. Ванька и крысиный король. Думаю, на добивку-то пойдет же он, да? По идее. Ну-ка. Добить тут осталось. У них чуть-чуть хп ему. Просто кусануть каждого за ногу и все. Такие танцоры. Вдвоем там станцевали. Буги-буги. Так, получается 68-й, да? 60... Блин, почему-то нам все время на одну ступеньку, ребят, зажимают. Каждый поединок нам на одну ступеньку ущемляют. Ну что, Кренга возьмем. И вот так вот сделаем.
Что там у нас? Это отлетит, да? Да, там Крэнк, там от него видно только тень. Поехали, с луча начнем. Круто. С луча начали и им же и закончили. Так что все норм. 59-ю давай. 58-ю здесь на один наоборот прибавил. На один кубок. Так, если возьмем кожеголову, в принципе, да, кожеголову пойдет, потому что 68-й, 70-го уровня пока нету. И все, ребята. Будем бомбашить их. По чернокой, тебе говорю. Давай, кожеголовый, наяривай. Упс. Упс, сфигали у них осталось. Так, ладно. Слышно, наверное, вальнуть надо. А потом Донателло. Так, Донателло делает очищение на себе. Ты гляди-ка, а? Заблокировал возможности моему кожеголовому. Вообще не попали, прикинь. Просто валуном и промахнулись. Что может быть лучше, а? 49 место. О, 17-23, ребят, уже почти максималка. Так, ну здесь уже 72 уровень. 72 уровень. У нас как сейчас получается? Мы ходим у Саги, он делает максимальный урон, максимально допустимый урон, и после этого мы уже добиваем. Надеюсь, добьем, конечно. Ну-ка. Так, постепенно урон раз. Этот танц свои тут шляпает. У нас окон двоих висит постепенно, к сожалению. Сфига. Вот ты видел сейчас? Вот объясни мне, сфига ли он тебе восстановил ХП? Вот сфига ли он тебе восстановил здоровье, а? Стой на месте просто. И мне, например, этого было непонятно. С какого вдруг перепуга? Ну давай, 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 нам две звезды нам нужно. Хотя бы две звезды, ребят, уже был бы неплохой результат, как по мне. Ну, нифига, да, нифига не получится у нас. Так, соточка и восьмидесятники. Блин, я же сейчас только вспомнил. У нас же в драконов всадники и олуха. Мы же не прошли события, которое у нас было. Ну ты помнишь, да, какой, про который я говорю? Угроза-то. Блин, только сейчас о нем вспомнил, прикинь. Так, давай бросим эту плюху. Есть. Этой плюхи было достаточно одной штуки, чтобы их там ушатать. Как же долго у нас идет продвижение. Ну как же, ребята, оно идет долго. Ну что ты будешь делать? Раз, два, три. И все, что ли? Четыре. 5. Получается, у нас последний поединок. А я тем временем думаю, стоит ли мне тратить откаты или все-таки их завтра потратить. А кто даст гарантию, что я завтра встану? Рано, а? Блин, что такое? Думаю, что-то ксифонит. Я забыл, ребята, закрыть окно. И, блин, холодом дует с улицы. Ну, что это за фигня, ребят? Ну, что это за урон нищебродский такой? Он еще и защиту взял, а? Донни, да поможет ли твой этот астероид? Нет. Понятно, короче. Все, полетели головы у нас. Да, тут бесполезняк, походу. Последняя катка не зашла. Ну, вальнул ты Криса Брэдфорда. Ну и что? Минус Донателло.
Ну, правильно, ребята, у нас 70-ники, а у них 74-й вроде. Мы в любом случае здесь проиграли бы. То есть нас тут уже ничегошеньки не спасет. Получается так. Блин, ну какой у него удар этот мощный, а, ребят, хвостом, ты посмотри. Ну ладно, 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 давайте добивайте уже все тут. Раздухарились, смотрю. Ну не повезло, не повезло. Очень крупно, ребят, не повезло. Да. Что у нас там в магазине светится? Бесплатный пак? Давай сюда его. Так, дальше у нас идет серия испытаний. Ну, пойдем, пробежимся по серии испытаний. Возьмем Лео. Так, нет. Так, так и вот так. Нормально будет. Против черепашек оригиналов, я думаю, уж мы справимся здесь. Ну-ка, Маузер, покажи-ка мне свою прыть. Ну, нормально. Почти. Что там было? Там была отложенная смерть. Почти, ребята, у него получилось. У Маузера завалить их всех. Оставил там немножко хп. Ну, ничего страшного. Так, давай заберем задание выполненное. И нам нужно будет еще поискать предметы. А ищем мы. Так, уровень мы поднимаем пиццелицуму. А эти ищем на... Нет, не паукус, а как же? На куна ищем, да, по-моему? Так. Три банки нужно найти. Точнее, три шляпы с этими. С банками. С напитками. Так, еще две. Ага, раз. Два, окей. Так, дальше нам нужно 15 вот этих вот китайских шариков. А, фонарики. Китайские фонарики. Так, это как 5, 6, по-моему, да, уже 6. 7. 8, я точно хоть правильно считаю, ну подожди. Так, 9 и еще 9 нужно. Так, 10, 11. Хорош, наверное, ребят. Мы задания все равно уже все выполнили. Так, ну что, друзья, по-моему, все, да, на сегодня? На сегодня все. Завтра уже будем буститься. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.